А эти сбоку надо, Калё. Ждем циклона. Надежда Петровна обещает снега полметра. Федорович вовремя в отпуск. Выходной, вернее, взял. По понедельникам надо человеку отдыхать. Как его зовут? Черный. Хан. Хан? Хан. Но он только тебя слушает? Да не, они добрые. Добрые? Ну а если начнешь окно ломать? Ну да, не знаю, кого-то тут покусали, блядь, через забор перелазили. Ну, тут... Шалить хотели? Да нет, дети туда это. Слава богу, хоть покусали. А второй как? Чизгиз хан. Чин? Чизгиз и хан, да? Эй, Лиса. Вот сторожа охраняет. Храм. Да, я-то удивился. Светлана Николаевна, собирайтесь с девочками. С вас соль купить, чтобы храм вход обработать. Так что скидывайтесь там. И бензин надо купить. Снегоуборка не хочет у нас работать. Подтягиваем ремень. Готовимся к Надежде Петровне. Иди. Иди. Кушаем. На, рыжий. Иди. Ну иди, не бойся. Ну отхожу. Отхожу. Иди. Вот так наш снежный понедельник закончился.